Это случилось в Ростовском цирке. Я стояла и смотрела с бокового, нет, не с бокового прохода, выше. Там такие есть ряды, ярусы. Я смотрела выступление, и работала девочка, она ростовчанка, мы сейчас с ней дружим. Я тогда поняла, что я хочу работать с врачом. Раньше это для меня была работа, а сейчас новый этап пошел. Я не так давно открыла другие возможности обручей. То есть это уже выходит за рамки там, цирка, не знаю, гимнастики, еще что-то. Это такое, это просто удовольствие. То, что ты можешь делать там, практически в любом месте, просто кайф двигаться. И то, что там очень много свободы. Жали руки, запрещали быть честными. Так хотели, чтоб тесно, но мы в любовь упали. Когда бит ударил, дарило столько мне сил, уносило там. Били волны дикие, был тобой убит я. Было место дикое и незаметно. Неужели сон, а становились ли в небу не сон, нас не поймали, ой, и мы в любую пали. Не поймали ли мы?